Экспертиза по факту вырубки 300 деревьев в горах Алматы недалеко от гостиницы «Рояль Тулип» будет готова через 2 недели, пообещали в Управлении зеленой экономики и Департаменте полиции. Она должна определить, какой именно вид насаждений вырубили. По предварительной информации, это были краснокнижные яблони «Сиверса». Пока правоохранители завели уголовное дело о незаконной порубке, уничтожении или повреждении деревьев и кустарников. На участке размером в 1,5 гектара, где активисты зафиксировали сруб, строительные работы сейчас не ведутся. Уже известно, что это место предназначено для кемпинга. Здесь уже побывали специалисты Управления зеленой экономики, природоохранной прокуратуры и полицейские. По завершению экспертизы будет принято решение о привлечении к ответственности дровосеков.